Приветствую тебя, зритель. Короче говоря, сейчас у нас будет обзор моего ухода на май, 1 мая заснимаемый, потому что вот раньше как-то не получилось. Если ты смотрел пустые баночки, то ты это уже видел. Это у меня будет роль тоника для лица. Это бывший гель алоэ вера. Поле увлажнения и питания, бла-бла-бла. Хорошая штука. У меня просто оставалось как-то немножко. Я дарила туда воды. Он у меня с конца апреля юзался. И вот и сегодня тоже юзался. Вот весь май будет юзаться. Зубная паста китайская переходит с апреля на май. Хоть она и экономичная, но как-то она у меня юзается и юзается. Не уверена, конечно, но может быть она будет в пустых баночках. Вряд ли мая, но может быть июня. Короче, хорошая такая зубная паста, экономичная. Кайлаш Живан бочоночек еще немножко есть. Он переходит у меня на май. Универсальная такая аюрведическая штуковина. Если хочешь поподробнее, а мне лениво сейчас говорить о нем поподробнее, есть плейлист на канале «Май Индия», там второй ролик как раз о нем. Мой самобальный бальзам для губ на основе кокосового масла, пчелиного воска, еще каких-то эфирных масел. Смотри, сколько он уже заюзанный. Переходит на май. Но им я еще ногти мажу. Сейчас они как бы с остатками красного лака, который вроде стерся, но все равно остался. Потому что там краски дофига в этом лаке. И не накрашенная, потому что я тут в саду как-то повредила один ноготь, а потом еще три. Ну, всего три. И пришлось обстригать, и как бы они у меня сейчас в процессе роста. Но зато их могу при тебе вот увлажнить. Если ты хочешь себе такой же самопальный воск, заказывать его неохота, ибо предоплата 100% плюс еще и доставку оплачиваешь Почтой России, то можешь по инструкции по применению приготовить воск этот сам. Так как у меня закончились гели для душа, религия не позволяет мне купить новый, потому что у меня еще в запасах есть пена для ванны и мыльная основа. И вообще, когда у меня заканчиваются гели для душа, я экспериментирую, вспоминаю, как это я делала мыло из основы, то у меня не будет геля для душа, у меня будет мыло и для тела, и для ручек. Мне его подарили сестры на 8 марта. Это у нас Орифлейм. Какой-то там букет цветов. Вот. Я его еще даже не открывала, хотя сегодня уже... Вкусно так, как пахнет. 1 мая. Мир, труд, май, июнь, июль, август, золотая неделя. Смотри, жопа с ушами. В смысле, бабочка. Бабочка. Автор блога боится бабочек. Ну, живых. Но таких вполне может и потерпеть. У меня в детстве была коллекция заколочек с бабочками. Короче, вот этот крем, который я иногда пользую, иногда даже не по назначению, а как крем для рук, потому что он ближе стоит, приходит у меня на май. Это Ив Роше Пюр Камиль на утро и на вечер. Два в одном. Дневной и ночной крем. Очень хорош. Мне его надо будет доюзать до сентября этого года. Надеюсь, получится. Так, вместо шампуня у меня... Вот была такая основа у меня, чистотил, я на ней сделала шампунь, там совсем чуть-чуть осталось, она вот потом в пустых баночках, и отправила вчера в деревню. А на этой основе, основа для классического шампуня, выдумщики, я, наверное, думаю сделать шампунь вот на май себе тут. В общем, хорошая такая мыльная основа, я, правда, пока не догнала, как бы так ее разводить разными отварами, чтобы была консистенция именно густая, потому что у меня по большей части выходит жидкая, но буквально там вот небольшое количество этой жидкой основы, очень жидкой, жидкого шампуня на волосы и хорошо промывается. Вот сейчас я мыла голову примерно такой вот жидкостью. В общем, вот такое у меня будет юзаться вместо шампуня, основой для шампуня на май. Вот такой крышечки хватает, чтобы голову помыть. Потому что у меня шампунь сейчас находится в бутылочке из-под пены для ванн от Avon. Ванной стоит. А сама пена для ванн от Avon, я ее юзала один раз даже. И душ, ванну принимала за апрель пару раз даже. Потому что там вот был в пустых баночках гель, который я использовала вместо пены для ванн. Мне переходит на май. Если повезет, то сегодня я сделаю себе ванну с пеной. Это у нас 500 мл, зеленое яблоко, пена для ванна Тейва. Мне очень нравится пена для ванна Тейва вот в таких флакончиках.
Это подарок от подписчицы Лёли, за что ей спасибо. Так, тоже подарок от подписчицы Лёли, это увлажняющий ночной крем для ног от Avon. Ну, я его использую в любое время суток, мне как-то... Я не вижу разницы, ночной он или дневной. Вообще, еще есть такой крем для рук, который был заявлен на апрель, тоже от Лёлечки, тоже от Avon, но он у меня оказался в велосипедной сумочке, и он будет у меня, видимо, весь сезон там кататься. На случай, едешь так, он надо бы руки увлажнить. И поэтому у меня вот тут крем для ног на май идет. А вместо крема для рук у меня будет вот эта вот штука, которая, я надеюсь, когда-нибудь закончится. Это как бы лосьон для тела и как крем для рук. Это у нас опять кверх ногами. Да, тоже подарок от подписчицы Лёлечки, Avon Cream. Масло кокоса, восстановление, лосьон для тела. Это сухой, очень сухой кожа рук. Кстати, надо бы помазать руки, потому что они из-за деревни такие какие-то очень шершавенькие. Приятный нейтральный аромат, хорошо впитывается. Еще у меня для рук, для лица и вообще для всего вот такая штука будет. Я ее обозревала, кажется, отдельно. Это Адриона Алоэ Вера 250 мл, Хорватия. За 116 рублей, кажется, покупала. Очень хороший, экономичный, желеобразный гель алоэ. Можно лицо протереть вот на ватку немножко. Можно ручки помазать, можно тело намазать. Хорошая штука, короче, она у меня теперь будет юзаться сколько-то времени. Еще у меня тут есть на уход 3 штуки. Такая просто баррикада у меня небольшая, там еще парфюмки стоят. Green Mama формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. Очень мне нравится. Это они у меня будут на май в уходе смывать мой макияж губ. Так, Почта России опасна и трудна. Футбол моей посылкой очень сильно играла. Крышечка у меня вот в таком состоянии в итоге оказалась. Это скрабик из предыдущего видео, вообще из плейлиста Бакздрав, который я тут снимала, долго монтировала, наконец-то выложила. И вот там этот скрабик был. Это пробиодерм, пробиофейс, пробиодерм это линия косметики от Бакздрав, Total Care интенсив скраб для лица, пробиотический для всех типов кожи, для всех возрастов, номер 13, 50 мл, очень экономичный, нежный, классный, он мне очень нравится. Ну, конечно, его чувствуешь как скраб, но он по сравнению с другой какой-нибудь там скрабирующей продукцией какой-то другой фирмы, он более крутой. Мне очень помогает, когда вот плохой сон, не получается выспаться, здесь вот кожа сухая. Чуть-чуть нанес на эти места и взбил, спенил, смыл. Круто. В общем, он у меня будет пользоваться в мае. Спасибо, Богдан, за предоставленную косметику, за возможность использования. А вам, если хочется точно такую же косметику, сейчас по-моему стоит 470 рублей, за 2 года на 120 рублей подорожал всего лишь, то можете сделать заказ по моему промокоду Ivy Forever, получите 10% скидку на полную корзину, всю вот эту закваски и косметика Бакздрав. И ссылку на эту скидку и код бонус можете найти в инфобоксе под этим видео. В общем, вот хорошая такая штука, она у меня будет юзаться в мае. И последнее, там еще что-то есть. О, вот столько, оказывается, есть. Хорошая штучка. Скраб, в принципе, можно каждый день пользовать, можно там не очень. Не каждый день. Это, в принципе, тоже можно каждый день, я так понимаю, пользоваться. Но у меня когда вспоминается. Просто иногда умыть лицо, я ее юзаю. Это подарок от подписчицы Светы. Лунатура, японская косметика. Энзимная пена, порошок для умывания, пенная маска. Вот она никак не закончится, очень экономичная, хорошая штука. Так, и вроде как все, я еще хотела показать на уход на май. Показала. Если вдруг что забыла, дайте знать в комменты. Если насчет дезика, то у меня восковый дезик, самопальный. Иногда я про него показываю, и он бывает в кадре. Иногда, как сегодня, он не бывает в кадре. Всем спасибо за просмотр и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.